Серьезное ДТП произошло утром 13 апреля в центре Рязани. На пересечении улиц Есенина и Маяковского была сбита 63-летняя женщина. По предварительным данным, водитель маршрутного такси не справился с управлением и вылетел на тротуар. 49-летний водитель маршрутного такси «Ситроен» не справился с управлением и выехал на тротуар. Как пояснил водитель маршрутного транспортного средства, он уходил от столкновения с выехавшей слева автомобилем «Газель», и в результате чего совершил съезд на тротуар. Пострадавших среди пассажиров маршрутного такси не оказалось. Женщина, которая была сбита, по предварительным данным, получила ушибы и травмы. Она была госпитализирована. На данный момент происходит выяснение всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия. Будет проведено административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Сотрудникам госавтоинспекции предстоит разобраться во всех деталях происшествия. Кроме того, они призывают водителей соблюдать скоростной режим.